С 1 апреля стартует ежегодный фестиваль тюльпанов и продлится он до 30 числа. По словам организаторов, главная цель – это сохранение и увеличение площади дикоцветущих тюльпанов. Это в первую очередь эколого-этнический праздник природы и национальной культуры. Тысячи туристов собираются в калмыцких степях, чтобы увидеть цветение краснокнижного тюльпана и познакомиться с культурой нашего народа. По традиции, центральной площадкой проведения станет Элиста. В первую субботу апреля запланирована церемония открытие на площади Победы. Также фестиваль будет проходить в разные дни апреля в районах республики. Фестиваль тюльпанов – это уже своеобразная визитная карточка Республики Калмыкия. Он известен широко по стране и за ее пределами. У нас ежегодно очень много туристов с разных уголков России и зарубежья. Он занимает в последние годы строчки верхние рейтингов событийных мероприятий. И наша задача сделать его максимально интересным, представить наилучшим образом свою культуру, познакомить с Калмыкией всех гостей и местных жителей.